Ой, так приятно, спасибо. Когда, надеюсь, когда я заговорила, я осталась еще твоей мечтой. Ну вот он. Жалкое подобие, конечно, но что же. Так. Привет, давненько тебя не было. Да, слушайте. Давненько. Я завтра уезжаю. Я завтра улетаю, между прочим. Из Таиланда я улетаю. Улетаю я в Малайзию. Жирная, капец. Привет, привет, привет. Поезда сегодня нет, я сегодня делала пресс. Гальянова, здрасте. Так, работа, где видосики? Слушайте, видосик запилила. Мало того, что монетизации меня лишили сегодня, так еще и запретили во многих странах из-за музыки. И там вообще, короче, пришлось все переделывать. Так, погода, Питер. Что? Чего? Сам ты сучка или сама ты сучка? Так, каким надо стать, чтобы заполучить такую девушку, как ты? Надо стать умным, сильным, красивым. От 1,86 м. И ты должен быть блондином. Много денег. Что много денег? А, да-да-да, и чувство юмора, конечно. У тебя должно быть чувство юмора зашкаливать, чтобы ты смог со мной смеяться и шутить. Привет! Так, из-за авторских прав, да, какие-то... А, блин, так красиво все получилось. Ребята, на самом деле, выпуск мой ждите, он будет реально веселым. Я вам обещаю, вы поржете, посмеетесь. Так что давайте-давайте, смотрите. Так, привет, пока есть, пока сижу под светом. Привет. Есть вопросы ко мне? Окей, ничего. Короче, завтра улетаю на несколько дней. Ну, а я вижу 6. Так, можете рассказать про Таиланд? Что там, как, сколько, тема для видоса дяди Сережи? Так, когда в Россию, я надеюсь, весной, но, может быть, и раньше. По поводу Таиланда. Здесь знаю классных гидов. В принципе, смотрите мой ролик, там есть что интересное, что почерпнуть, где снять байки, где снять котов в аренду. Также в следующий раз выпущу выпуск по экскурсиям, будет прикольно. Пишите мне в директ все свои вопросы в Инстаграме, я вам отвечу достаточно подробно. Ну что, ребят, я думаю, что 5 минут уже прошло. Вот, цените мое жалкое подобие прессика. Отличнейшие формы. Бомбовые формы. Так, ну все, я потренировалась. У меня сегодня была еще тренировка. Я тренировала женщину одну. У меня получилось сегодня в сумме 4 часа. Я в зале уже тусуюсь. Бицуху. У меня шарики больше, чем бицуха. Так, пресс и что? А что? Вот пресс. 6 кубов. Все есть. Хоть и жиром заплывшие, но 6 кубов есть. Ладно, все. Сладких снов. Мозги напряги. Все, пока-пока.